Всем привет! В этом уроке мы с вами пройдем Anchor Tag. Этот тег используется для того, чтобы делать ссылки. Давайте попытаемся сделать ссылку. Смотрите, вот здесь вот, допустим, да? Это тег A. И здесь пишем название ссылки. Google. Так, сделали. Обновим. Вот эта ссылка, да? Но, как видите, это даже не ссылка, это просто текст. Для того, чтобы сделать ссылку с ссылкой, нам надо добавить атрибут href, hypertext reference. И для того, чтобы было какое-то пространство между текстом и ссылкой, давайте добавим также тег break, то есть перенос строки, да? Сохраним. Обновим. Так, теперь мы видим, что это ссылка, да? Но если мы на нее нажмем, то ничего не произойдет. Поэтому мы должны вписать сюда адрес. Смотрите, пишем Google. .com. Сохраняем. Так. Обновляем. Нажимаем сюда. Так. И обратно ничего не происходит, потому что видите, какой у нас протокол открылся? У нас открылся протокол файл. И браузер попытался достать такой файл google.com. Но так как такого файла у нас с вами нету на компьютере, да, то есть вот на рабочем столе, да, то этот файл не открылся. Поэтому мы должны браузеру сказать не использовать протокол файл, а мы должны ему сказать использовать протокол HTTP. HTTP. Или даже HTTPS. HTTPS. Так, HTTP. Давайте S google.com. Сохраняем. Обновляем. И вот. Нажимаем, и открывается Google, да? Так. Таким образом, вот вы и добавляете ссылки на разные сайты. Ну, также можно добавить ссылку на другую страницу, да? Допустим, смотрите, у вас на сервере, да? Или в данном случае у вас на компе может быть еще одна страница. Вот я уже подготовил страницу about.html. И вы хотите открыть ее. И так как обе эти страницы находятся на рабочем столе, да? Вот about.html и chicken.html, то они как бы видят друг друга и могут ссылаться сразу друг на друга без никаких протоколов, да? Поэтому вы можете написать about.html, и так как они находятся обе в одной папке, они должны смочь открыть друг друга. Так. Здесь тоже добавим перенос строки, чтобы был перенос строки между текстом и ссылкой. Так. Ой. Так. Обновляем. About. Нажимаем. Видите? About, да? И протокол здесь тоже файл, потому что в данном примере мы сидим у себя на локальном компьютере. Открываем локальные файлы, то есть файлы, которые у нас на компьютере. И поэтому пишется путь к файлу. И поэтому пишется путь к файлу. Ну вот так вот очень просто делаются ссылки. Не знаю даже, что еще можно добавить. И как вы видите, ссылки, они обычно inline элементы, то есть если не добавлять перенос строки, то они будут
как бы на одной линии, да? Например, вот заголовки, да, даже без переноса строки, они занимают полную линию сами. То же самое и параграфы, да, они идут отдельно, как бы отдельным элементом, да. А вот эти, они идут прямо как бы на одной линии, один за другим. Так. И вроде это все на этот урок. Всем спасибо за внимание и пока.